Большинство деталей для фильтра изготавливают из свернутого в рулон стального листа. Первым делом его разматывают и подают на пресс. Там находится несколько матриц, которые последовательно высекают из листа нужной формы. К примеру, этот пресс делает металлические пластины – элемент масляного фильтра, который соприкасается с двигателем автомобиля. После пресса магнитный конвейер отправляет пластины в сварочный аппарат. Автоматический станок помещает их на крутящийся стол сварочного аппарата. По краю каждой пластины наносят герметик, который потом должен заполнить пространство между деталями. Теперь робот сваривает плату с остальным нижним кольцом. Оно нужно, чтобы удерживать сальник. Это уплотнение из резины, которое не дает маслу вытекать во время прохождения через фильтр. Сваренные элементы нижней части отправляют на станок, который делает резьбу по центру. Теперь фильтры можно будет ввинтить в двигатель. Тем временем на другом прессе делают стальной корпус фильтра. Матрица вырезает приблизительный контур корпуса. Затем диаметр уменьшают и делают стакан стройнее. Лишний металл удаляют. В другом цеху нарезают и перфорируют покрытые оловом стальные пластины, которые затем скручивают в трубки. Но подробнее о них мы расскажем позже. На следующем станке производят главный элемент фильтра – фильтрующую бумагу. Она работает как мелкое сито, задерживая частицы грязи, угля и копоти. Сначала станок плессирует бумагу, чтобы она смогла войти в стакан. Затем бумажную ленту нарезают на куски нужной длины, сворачивают их в цилиндры, а концы скрепляют стальной скрепкой. Еще один станок собирает так называемый картридж фильтра. Здесь фильтрующую бумагу помещают сверху трубки, которая нужна для того, чтобы защитить бумагу от потока, проходящего через нее масла. На следующем аппарате на концы фильтрующей бумаги приклеивают диск, чтобы трубка держалась. Затем клей нагревают. А теперь начинается финальная сборка. Стаканы переворачивают, и станок вставляет в них картриджи фильтра. Затем сверху каждого картриджа помещают тонкий резиновый диск, который не позволит маслу вытечь из фильтра. Теперь сборка нижней части, которую мы с вами уже видели. Рабочий помещает по одной детали на каждый стакан. Шовный аппарат загибает края и формирует кромку, такую, как на кастрюле. Конвейер поворачивает фильтры правой стороной вверх, по мере того, как их покрывают порошковой краской из 5 сопел пульверизатора. В инфракрасной печи краска высыхает за 1,5 минуты. Теперь печатный аппарат наносит информацию о продукте. Позже конвейер снова переворачивает фильтры и отправляет их дальше, а автоматический плунжер вставляет сальники в кольца. И вот чистые масляные фильтры полностью готовы к выполнению грязной работы.